Круглосуточно возводили дамбы, откачивали воду, спасали людей и животных. Это все про военных Кунаевского гарнизона, которые отправились помогать в затопленные регионы Казахстана. Тысячи пострадавших и сотни тонн гуманитарной помощи удалось перевести через паромные переправы, построенные военнослужащими. Они вручную заполняли мешкотару песком, возводя преграды на пути большой воды. Эта работа требовала большой физической нагрузки и выносливости. И сегодня они герои нашего времени и нашего сюжета. В затопленных регионах помогают бороться с половодьем, восстанавливать переправы и укреплять берега тысячи добровольцев со всего Казахстана. Военные Алматинской области не исключение. С началом паводков они поочередно ездили помогать в пострадавшие от большой воды регионы. Один из них – Айдос Бахтбеков. Он военнослужащий военной части 58012 инженерно-саперной бригады. На протяжении последних 17 лет он служит во благо своего отечества. 6 апреля. По данный момент до сих пор личный состав работает там. Перевезено около 250 тонн. Это продовольствие, гуманитарная помощь, прибывшие со всех регионов Республики Казахстан. Около 1500 техники населенного пункта, жителей данного населенного пункта. И людей количество где-то 2000 человек. Была осуществлена перевозка через паромную переправу на противоположный берег. Протяженностью около 3 километра. Расстояние от одного берега до противоположного берега. В ходе паводков особенно требовалась помощь инженерно-саперных бригад. 6 апреля вместе с бригадой Айдоса Бахтбекова в Актюбинскую область прибыло 10 единиц техники из состава понтонно-мостового парка. Военным удалось эвакуировать 150 человек и перевезти 3 тонны груза. Это плавающий транспортер, его средняя скорость на воде 20 км в час, грузоподъемность до 10 тонн на воде и до 5 тонн на суше. Именно с его помощью военные перевозили людей, гуманитарную помощь и всю необходимую технику. Позже, 16 апреля, Айдос Бахтбеков был направлен в Акмолинскую область. Там уже работала другая инженерно-саперная бригада военной части 58012 Кунаевского гарнизона и 6 единиц техники. Сол мостпен жәнегі егіншілік көліктерін тасымалдадық. Хима ауылынан келесі егіншілік несіне, қоясына. Нас из Алматинской области было порядка 10 человек. Наша задача была организовать переправу для жителей села Кима Алматинской области. Мы построили понтонный мост. Каждый день по нему переходили люди и сельская техника. Ведь данный мост связывал между собой посевные поля. Мы пробыли там более 10 дней и уехали после того, как ушла вода, и люди смогли самостоятельно проезжать. За этот период население к нам привыкло и прощались с нами весьма тепло. Очень много было слов благодарности. Всего в период с 27 марта по 6 апреля по Казахстану было задействовано свыше 2000 военнослужащих. 105 единиц автотехники, 15 вертолетов и 4 военно-транспортных самолета. Из зон затопления в Костанайской, Абайской, Западно-Казахстанской и Ахтюбинской областях эвакуировано более 2000 человек, в том числе 625 детей. Перевезено около 80 тонн груза, заготовлено и уложено свыше 79 тысяч мешков с песком. Очищено более 1700 метров ливневой канализации. Айслу Жандосова, Жайдарбек Нурбек, телеканал ЖТСУ, Кунаев.